кого-то есть свой собственный Фауст, у кого-то свой тру-ля-ля. У каждого должен быть кто-то свой, и я знаю, что это не зря. Это твой ангел, это твой бес, смотря с какой стороны смотреть. Он всегда стоит за твоей спиной, не давая тебе скорее. Никак не зовут, и на это есть много причин. Он меняет повадки, как страницы в тетрадке. Нелегко уследить за ним. На калихое чудо с характером стервы не было, я с ним тяжело. Но я знаю, что если он покинет меня, значит, время мое пришло. Пока мы шагаем в обнимку вдвоем, то в обнимку, то наперекосяк. Если я под вечер разминаюсь пивком, этот гад уже крутит косяк. И я очень во многом с ним не согласен, мне приходится с ним воевать. Но я точно знаю, что пока мы вместе, нас никому не сломать. Кто-то скажет, что это мой шизоидный бред, и тебя, парень, надо лечить. Раздвоение личности — это болезнь, и нефиг ересь нам тут разводить. Но пока вам, друзья, не погасят свет, а любовь не пробила мотыль. Я хочу отдать один хороший совет: берегите своих вторых. Но пока вам, друзья, не погасят свет, а любовь редиска такая не пробила под дых. Я хочу вам дать!